Доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр Воронцов. Всем привет! Хочу поделиться просто своим хорошим настроением с самого утра, чтобы вы тоже заряжались, радовались в течение всего вашего дня. И так каждый день будет у вас радостный, вы просто будете самым счастливым человеком в мире. Что я сделала сегодня? Я просто стала рано-рано утром, еще до рассвета на улице было темно-темно, и спокойно, очень тихо, мне это очень так понравилось. Я смогла позаниматься. Вы тоже можете найти для себя какой-то способ, который вас вот пробуждает, который настраивает на какой-то позитив, вас вдохновляет. Возможно, это какие-то физические нагрузки, там какая-то зарядка. Это может быть там какая-то йога, может быть танцы, может включить музыку какую-то. Но, естественно, учитывайте ваших соседей, если вы живете в доме, где есть еще соседи ваши. То есть вы еще можете сделать, петь какие-то песни, которые вас вдохновляют, которые вас радуют. Возможно, вам от них просто включают в вас такой драйв какой-то, да, позитив. Используйте это. С самого утра вы можете себя настроить на целый день, и вы целый день будете в хорошем настроении. Если даже где-то вы там чуточку взгрустнете, вы можете вспомнить об этом, вы можете сделать это, попеть, например. Может быть, у вас свои какие-то варианты есть, поделитесь, будет очень интересно. Вот, но я сегодня просто позанималась физически, там я сделала йогу, это помогает выровнять такое состояние внутреннее, хорошее, при котором я себя чувствую более легкой такой, да, наполненной, и это мне задает такой ритм на целый день вперед. То есть это как некий фундамент того, что у меня будет хорошее настроение всего в течение всего дня. Вот. Что еще хочу сказать, что с помощью вот таких якорей, как пение песен, возможно, какие-то танцы, еще что-то используйте. Возможно, у вас ваши якоря будут. Может быть, вы будете вспоминать просто о каких-то хороших, приятных событиях в те моменты, когда вам как-то чуточку грустнее стало, чем было. Просто вспоминайте те ощущения, переживания, эмоции, которые вы испытывали, когда находились в тех ситуациях, когда это делали. Если вы, например, там поете, и вас это радует, вы можете найти себе огромное местечко, попеть где-то и вдохновиться опять на день, поднять себе настроение, изменить свое состояние и радоваться жизни, продолжать радоваться каждый день, ведь жизнь, она прекрасна. Находите свои какие-то радостные моменты, положительные, то, что включает именно позитив в вас. Переводите свое внимание именно на позитив, на все хорошее, что есть в вашей жизни, а его, поверьте, немало. Бывает частенько, что не замечаем этого, но обращайте просто на это внимание, осознанно обращайте внимание, и вы заметите, как ваша жизнь начнет меняться. Меняйте внутри самого себя. То есть переводите свое внимание на хорошее все, на положительное, на благостное, то, что вас будет как раз заряжать, которое будет давать вам энергию на целый день, на свершение ваших дел, на реализацию ваших целей и достижений. Настроение очень важно. Поэтому осознанно относитесь к вашей жизни, как к целому вашему дню. Находите и отмечайте для себя позитивные моменты, которые вас будут наполнять энергией. Приводите внимание на хорошее. В жизни очень много всего хорошего, поэтому будьте осознанны. С вами была Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудрый Воронцов. Живи на яркой стороне. Ты знаешь, и я знаю. Ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.